Бен Теннисон, Стим Смит и Ядро, а также Гуманоид маленький. В прошлом нашем анбоксинге посмотрите на канале, если вам интересен Бен Тен, там это все есть. Фигурки очень интересные, но в прошлый раз мы открыли не всех, да? Да. Привет, Димон. Привет. Дай пять. Как у тебя сегодня настроение? Отлично. Конечно, отлично, потому что мы продолжаем, и сегодня мы откроем... Мы открываем других пришельцев. Тех, которых мы не открыли в прошлый раз. Силач и Человек-огонь. Человек-огонь. Они гигантские. Дай-ка мне сюда. Дай-ка мне Бена. Мы сравним с силачом. Смотрите, размер Бена Тена и размер этого силача. Вы видите, насколько он больше? Он просто гигантский. Ну-ка, Дим, возьми его к себе поближе. Смотрите его рядом с Димой. Это просто гигантская игрушка, класс! А это силач, зажигай! Интересно, что он там зажигает? Он тоже со светом? Со светом и со звуком. Сейчас откроем, все посмотрим и, конечно же, покажем вам, да? Зажигай! Ха-ха, точняк! Зажигай! Хотите побороться, ребятки? Так, начинаем открывать силача. Держи. Давай, я этих пока уберу. Открывай силача. Ну-ка. Ой. Это как раз в детстве мой любимый был герой. Итак, ты готов его увидеть? Да. Та-да! Вот он наш суперсилач. Ты только посмотри, какой он огромный. Силач. Вот такая вот у него мордашка забавная. Такие гигантские ручища. Ты прикинь, он такой рукой тебе, как если даст Бен Тену. А если гуманоид, попробуй. А гуманоид-то вообще ему в руку поместится, смотри. Сейчас я попробую его посадить. Так, у гуманоида отпала подставочка. Вот, смотри. Он держит гуманоида в руке, как будто бы пушинку какую-то. Смотри, вон он, какой гигантский. Как будто он поймал инопланетяна. Да. Он просто огромный гигант, и он может победить нашего Стима Смита, да? Да. Можешь колоть меня сколько хочешь, я не боюсь твоего жала скорпиона. Взорвался, улетел и взорвался. Так, ну а теперь самое интересное, у нас здесь сзади есть вот такая вот волшебная кнопочка. Мы сейчас ее нажмем и посмотрим, что будет. А сколько раз надо нажать? Значит, получается, у нас можно нажимать кнопку несколько раз, и будут происходить разные звуковые эффекты. Еще и видишь, и свет моргает, да, у него в голове, как будто бы он заряжается. Вот так нажимаем, происходит разный звук, горят у него лампочки, а если мы сейчас подержим, то произойдет такой звук, как будто бы он очень сильно атаковал кого-то. Давай, ты готов? Да. Давай нам жертву какого-нибудь врага. Итак. Слышал? Он зарядился и просто выплеснул всю свою энергию. Ну-ка, он приготовился и... Круто! Так, нижние руки у него, вторая пара рук тоже двигается, верхние руки, первая пара, основная, двигается, все подвижно. А сзади смотри, кто прилип. Кто там прилип сзади? Ну, он прилипало, что ли? Как у акул, есть рыбы прилипалы, да? Вот такой вот силач, держи. А ну-ка, давай попробуем его поставить. Он сможет стоять? Вот так вот он приспокойненько может стоять сам на своих ногах, без всяких подставок. Стоит еще и издает звуки разные. Ну что, перейдем к следующему нашему герою. Это Человек-огонь. Человек-огонь. В таком формате у нас выпускается Человек-огонь, силач и алмаз, да? Еще могут быть. У нас, получается, есть силач и человек-огонь. Не достает алмаза. Ну, может быть, мы как-нибудь это исправим, да? Да. Ну, давай, начинай открывать. Ага, начинай открывать. Тут, наверное, без ножниц не обойтись. Давай я все это отрежу и дам тебе уже самого персонажа, окей? Уронил силача. К нам прилетел с планеты Пирос. Пиранит, которого зовут Человек-огонь. Вот такая вот крутотошечка. Что это там у вас? Это у меня часы. Ха, они такие интересные. Что это за часы? Как они называются? Омнитрикс. Омнитрикс? Омнитрикс?
Это же Омнитрикс, которые мы когда-то давно потеряли на своей планете, и они оказались у тебя? Да. Так, эфир заканчивается, мы сейчас будем разбираться с этим молодым человеком. Да, человек-огонь, ты только посмотри на него, каких он размеров. Если поставить рядом, он просто гигантский. Человек-огонь прибыл к нам с планеты Пирос. Раса у него пиранит. Он может управлять огнем и пламенем, да? Он извергает пламя, он может парить в горячих потоках воздуха, вот так вот летать и использовать все, что горит. Да, на Бентена встал случайно. Простите. У нашего пиранита, смотрите, крутится голова. Мордашка его на 360 градусов. Лишь бы она не закрутилась, не закружилась у него. Крутятся все конечности, руки. Привет! И он, у нас уже стандартный тест, да, на движение рук. Это тест «Привет» называется. Привет! Причем у этого, смотри, у него даже кисти крутятся отдельно. Супер! У меня тоже свои. Ну-ка. Да, во всех направлениях, во всех плоскостях. Конечно же, подвижные ноги. Тоже, причем и здесь сустав двигается, и здесь сустав двигается. И он стоит вот на таких вот огромных, я не знаю, какой это размер, это, наверное, 250-й размер ступни, да? Вот это размерчик, а ты посмотри. Что он хочет сделать? Что? Он хочет пнуть Бентена. Ну началось. Ты чё? По сути же Бентен превращается вот в него, то есть это же и есть Бентен, да? Силач, человек-огонь. В этот раз мы открыли таких персонажей. Это очень яркие персонажи из фильма «Бен 10». Какой из них тебе понравился больше? Человек-огонь. Человек-огонь? А этот, видишь, недовольный, кричит что-то там на тебя. Мне понравились обе игрушки. А вы, наши зрители, напишите внизу в комментариях. Напиши в комментариях. Кто тебе понравился больше, силач или человек-огонь? Да хватит уже издавать разные звуки. Ну что, а на этом на сегодня, наверное, все. А ты подписался на канал Жикот? Обязательно подпишись на наш канал, чтобы увидеть, как мы в следующий раз будем играть с этими персонажами. Ну а на сегодня все, все ссылочки в описании. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить ничего интересного. Все, всем пока!